все течение. Ты на колени ставишь тех, кто был щитом. Твоя победа означает поражение. Сначала эйфория, только кровь и пану. Я не могу.
эти вот страшные кровавые уроки. Они сожгли там моих друзей, моих личных друзей. Как это можно забыть? Как это можно простить? Будь проклят Майдан! Будь проклят этот Майдан! Войны. Мы против фашизма. Мы за мир, благосостояние, благополучие жизни наших детей. Горите, русские! В Одессе слышат крик, и они хвастались. Они